«Все было, как будто вчера», – рассказывают ветераны Чернобыля 28 лет спустя. В Иванове почтили память жертв крупнейшей в мире техногенной ядерной катастрофы. Взрыв на энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел 26 апреля 1986 года. Ликвидаторами аварии стали 600 тысяч человек. И еще более миллиона было задействовано в работах в 30-километровой зоне, в том числе и ивановцы. Памятник жертвам Чернобыля не случайно установлен рядом с химуниверситетом. Именно студенты этого вуза одними из первых отправились на место катастрофы. Нынешние ветераны рассказывают, что не все знали, куда именно их везут и чем это грозит. В весеннем Чернобыле распускались цветы, по улицам бродили животные и совсем не было местных жителей. Вот с первых дней, которые начали там в Чернобыле работать, я как командир взвода уже на второй день, на третий, вернее, начал работать на самом третьем энергоблоке в составе сводного взвода. 50 человек у нас было, и производили дезактивацию вот от радиоактивных веществ. Тяжело, конечно, тем более, что многих друзей, которых я знал, их уже нет в живых. Ну, дай бог, мы живы пока еще. Сколько нам отведено, один бог знает.